Так. X10 подключен. Господа, сейчас через нашего местного интернет-провайдера с помощью этого ноутбука я собираюсь отправить сигнал, который пронесется по оптоволоконной линии со скоростью света до Сан-Франциско. Отражаясь от спутника геостационарной орбиты в Лиссабоне, где пакеты данных будут остановлены из-за погружения трансатлантических кабелей, замыкающихся в шотландском Галифаксе, и доставлен через континент посредством радиорелейной линии обратно к нашему провайдеру, и в итоге включается эта лампа. Слушай, у меня аж мурашки побежали. Вы готовы заценить нашу стереосистему? Да, включай стерео. Дамы и господа, новые серии теории Большого Взрыва 17 марта на канале CBS. А теперь, внимание, вопрос знатокам. Хотя каким нахрен знатокам? Ребят, привет. Привет. У вас тут шумновато немножко, да без проблем, сейчас сделаю потише. Сан-Франциско, Лиссабон, Галифакс и вуаля. Ладно, спасибо, подожди, ты разве не поняла, что только что случилось? Да, вы включили свою стереосистему через ноутбук. Нет, мы это сделали, отправив сигнал через весь мир по интернету. Знаете, в радиошаке продаются универсальные пульты. Очень дешевые, кстати.